ли, или что ты? Так, доброе утречко. Наконец-то я переехал в новый дом, подальше от Васильича. Все, вроде Васильича здесь рядом никакие не живут. Точно? А где вообще люди все? Так, ну да ладно. С людьми я как-нибудь потом разберусь. Так, я привез свои любимые коробочки. Они на самом деле пустые. Я просто создаю видимость, что у меня что-то есть. У меня на самом деле нет нифига. У меня есть коробочки, и мне нормас. Пойду в дом. Нормальный, нормальный дом такой. Обалдеть, а. Я, кстати, где-то видел этого паренька. Подожди, это не я случайно? Не-не-не, это точно не я. Где-то его видел, его где-то показывали на компьютере мне. Еще говорит, подпишись, там лайк поставь. Не знаю, что это значит, ох уж это молодежь со своими увлечениями туда-сюда. Так, все, каминчик. Все, сел, куда-то приехал, куда-то все, часики опять пошли. Отматывают время мне назад. С каждым разом я все молодею, молодею. Что-то за окном потемнело немножко, теперь посветлело. Сейчас. Подожди. Я спал? Я спал 5 минут. Даже меньше. Это просто был маленький дневной сон. Я практически не спал, а бодрствовал. Откуда здесь напротив взялся дом? И машина Васильича. Откуда здесь машина Васильича? Скажи мне, откуда здесь машина Васильича? Скажи мне. Скажи, я сожгу тебя, если мне не скажешь. Ты по-любому что-то знаешь. Ты как-то с ним связан. Не знаю, кто ты, но мне кажется, что ты как-то с ним связан. Так, ну да ладненько, да ладненько. Что я пытаюсь дом у себя найти? Так, хорошо, что хоть ничего не угнали. Смотри-ка, даже тарелку не насрали. Не, это точно машина Васильевича. Я его знаю из тысячи. Да что тебе надо-то от меня, а? Где... Васильевич, иди в другую деревню куда-нибудь переезжай. Я задолбался, я тебя каждый раз куда-то переезжаю. Заезжай ты тут как тут. А где у тебя вход вообще? Как ты это построил за 5 минут? У тебя что, микро-Васильичи там что ли есть или что? А? Так, а это куда вход? Здорово, ворона, 100 лет не виделись. Васильич! О, как давненько мы с тобой не бегали. А, вот где дверь, да? Все, Васильич, ты мне надоел, я пошел спать. Я не хочу с тобой больше играть. Ты видишь, я и так сплю на детской кровати. Это детская кровать у меня. Тут диван есть, чтобы я мог сесть и смотреть на твой дом. Ну зачем мне еще дома развлекаться, кроме как сидеть и на твой дом смотреть? Еще вот кубик Рубик есть. Василий, тебе нужен кубик Рубик? Я говорю, тебе кубик Рубик нужен или нет? Ты его не видишь? Не нужен? Блин. Как это он тебе не нужен? Ну ладно, ладно. Блин, если бы попал, нормально бы так было. Васильич, я здесь. Давай, Васильич, бегом сюда. А, да? Да отстань ты от меня, что ты мне прикопался, да? Тебе, кстати, телек нужен? Телек продам за 5 долларов. Надо за 5 долларов? Не надо? Ну и подавись тогда им. Стоит он там. Ворона. Так, закрыто. А, ага! Опа! Чик! Подожди, мне почти получилось. Но у меня сейчас обязательно получится с попытки 87-й, например. Я не знаю точно, когда. А, я не могу пролезть, Васильич! Но у меня почти получилось пролезть. А ты так и будешь, Васильич, по улице бегать? Мы, то есть, так и будем, да, с друг другом гоняться? Зачем ты за мной, кстати, бегаешь постоянно? Потому что я захожу в твой дом, так извини, ты меня сам провоцируешь. Ты воруешь людей. Ты в курсе? 2020 год на дворе. Детей нельзя нынче воровать. Так, отлично, я залез к нему в дом. Васильич, ты что ноешь-то? Подожди. Видимо, плохой Васильич словил, поймал хорошего Васильича. Ты чё, как ты меня пугаешь-то, а, постоянно? Я понимаю, Васильич, я заикаться скоро с тобой начну, я тебе серьезно говорю. Ты мне надоел уже. Если я ему надоел, я к нему в дом постоянно хожу. А ты чё,
Окно это... Окно починил. Не надо его чинить. Не нужно его чинить. Так, нужно материн глаза не попадаться, главное. Кстати, можно коробочки сразу наставить. Да иди ты нафиг! Что-то ко мне прикопался, а? Вот там деньги у себя и боксуйся. Что тебе нужно? Смотри, Василич, как я умею. Опа! Да как ты меня... Надоел ты меня. А как ты в доме оказался? Иди на улицу. Ты чё, блин? Что с тобой не так, Василич? Все, Василич, я, короче, буду жить здесь. Я тебя больше знать не хочу. Все. Все, и не хочу знать. Что значит нет? Ты еще скажи, что мы друзья. Да? Ну ладно, хорошо. Продолжим с тобой бегать. Все, ты подошел близко. Молодец, Васильевич. Теперь лови подачу. Понятно, он за мной бегает. Я бы сам бы за собой побегал. Да он как... Да я залезу. Так, все отлично. Теперь главное ему на глаза не попадаться. Да как, ты сюда заходишь-то, а? Уходи! Подожди, это же его квартира. Как он может уходить, если это его квартира? Он не должен уходить со своей квартиры. Это, мне кажется, как-то неправильно. Здесь что-то лежит. Василич, а что за гробы-то? Что за праздник? День гробовщика, что ли, или что? Ты от меня отстанешь сегодня, нет? Просто отстань от меня, пожалуйста. Ты что ко мне прикопался, а? Да я к тебе нормально в дом зайду. Ключи там найду, еще что-нибудь. А может тебе куда-нибудь заманить? А куда тебе заманить-то может? Ну и что ты все раскидал опять? Да, пойдем вот на задний двор. Да, все, молодец, Василич. А, вот дверь. Как-то теперь попроще будет заходить, по крайней мере. Так, лопата есть, отлично. Буду могильщиком, буду всех раскапывать, и я буду молодец. Поймал меня опять, а? Постоянно меня ловит. Постоянно ты меня ловишь и выгоняешь домой. Не хочу я дома сидеть лето на улице. Я гулять хочу, Василич. Я ведь тоже человек, ну пойми ты меня, ну пожалуйста, а? Здорово, Василич. Че, через окно выпрыгнет? Нет. Он где-то потерялся. Не знаю, где он потерялся и зачем он потерялся, но он потерялся. И, кстати, у тебя окно разбили. Так, подожди. Погоди-ка. Иди сюда, Василич. Мы давно... Давай прочность проверим мусорного ведра. Не проверим. Не проверим мы прочность мусорного ведра на тебе. Где он там по дому опять ходит? Он прям надоел, а? Он какой-то надоедливый, прям бегать за мной и бегать. Он специально дом такой помещает. Давно он за мной не бегал и решил, говорит, буду бегать. Буду бить. Все равно мне галить. Ты где? Выходи, Василич, выходи. Я тебе сейчас все здесь поразбиваю, ты у меня офигеешь. Те вандалы такие ни разу в жизни не приходили, какой я вандал. Ага, по голове, молодец, все. Лежать бояться. Так. Он идет, он где-то рядом. Подожди, ну здесь же что-то должно быть. Отлично, я карточку нашел. Василий, это кредитка твоя, нет? Джонни, спаси меня от него. Василич, ты надоел, а давай будем это, фрукты собирать. Овощи, фрукты. Ты же постоянно там от собой таскаешь, мы здесь распределим. А ты будешь продавать и 50% мне от выручки отдавать. Ну, за идею, конечно же. Наверное, он не согласен. А что, мне что ли торговать?
моей идеи, он исполнитель. Хотя инициатива всегда, скажем так, имеет инициатора. Так, где подвал? Да где этот подвал-то? Подвал! Подвал! А вот, отлично, я нашел. А это что за ерунда? Какая-то фигня там происходит, мне кажется. Васильевич, поменьше показывай, пожалуйста, Mortal Kombat своей вороне. Потому что она надоела уже. Она из Mortal Kombat что-то накаркивает. Так, а что копать? Где копать? Может быть, там копать? Наверное, нужно где-то найти оттуда ключ. Опять он меня увидел, а? И через другое окно выпрыгнул. Ну, Васильич, ты вообще, видимо, с головой прям ку-ку, что ли, или что? Так, холодильники нету. А так, отлично, есть магнит. А нафига мне магнит? А фиг его знает, нафига мне магнит. Так, сюда мне, наверное, не нужно. Ворона. Отлично. Отлично. Уже как-то получше все стало. У меня теперь еще есть и лом. Я теперь, по крайней мере, даже открыть что-то могу. А зачем мне... Зачем мне магнит? Конечно, чтобы девчонок примагничивать. Я ведь красавец. Прям, о, какой красавец. Не бегает, правда, никто. Но думаю, что красивый. Так, ладно. Тихо, Василий. У меня лопата. Против лопаты я бы на твоем месте получше бы не бегал. Так, нужно добежать. Добегаю. Не тот поворот. А может, ключ здесь есть? Как-то мне надоел тоже, а? Так, ключа я там тоже вроде не увидел. Это какие-то бесконечные побегушки с Васильичем. Ну просто я решил переехать, начать новую жизнь. Василич пристал ко мне. Он просто взял ко мне пристал. Говорит, нет, Алексей, старое просто так не забывается. Вы должны ходить ко мне в подвал. Это сказал Дон Василионе. Вот такие вот дела. Вот такие вот делишки. Василич, у тебя... Так, молодец. Так, надо, по крайней мере, в подвал хоть до конца все открыть. Если получится. Может, не получится. У меня вообще редко что-то получается. О, старость, не радость. Скоро с Васильевичем. Так, это ты мне надоел уже, а? Руля. Когда ж ты это? Когда ж ты все-то, а? А ты что не горишь-то? Может, ты еще и в воде не тонешь, а? Что ты стоишь, смотришь-то? Ну ладно. Стой здесь. Ну красавец же, ну красавец практически. Лицо чуть подправить, на другое замените, и тогда точно красавец будет. Так, Василий стоит. Он постоянно вот с холодильника стоит. Я тоже люблю, посреди ночи идешь к холодильнику и смотришь в него. А холодильник, мне кажется, он пугается, он прям стоит такой, нифига себе. Чё этому человеку нужно от меня? Ах ты, говорит, кожаный этот. А вот не буду говорить. Да как ты берешься-то постоянно в каждой комнате, а, Василич? Так. Куда? Вот, сюда. Так, все, замечательно. Остался один зеленый ключ, который я вообще понятия не имею, где искать. Так, здесь нету. Здесь нет. А вот Василий здесь есть. Он просто приходит и смотрит на меня. Просто пришел и стоит и смотрит. Василий, ты где? Не, ну где-то же должен быть зеленый ключ. Ведь он прекрасен, он могуч. Он гоняет стоит туч. Я, походу, заперти. Да как я могу найти какие-нибудь ключи, а? Может быть, где-то он так лежит, что его магнитом... Не, ну магнит же зачем-то нужен. Фиг знает его зачем. Тут другие окна ничего не разбиваются. Не разбиваются.
Мне кажется, мне нужно сюда зайти. Но это не точно. Это вообще нифига не точно. Ну там ружье только. И что мне это ружье? Что мне с ним делать с ружьем? На медведи пойти охоте, Василич уже 3 года объясняю, что здесь медведи нет. Он ходит на них до сих пор. Так, а там есть проход куда-то, нет? Может, здесь где-то лежит? Не вижу нифига. Так, в этой комнате я был. Это комната с вороной, с лом здесь был. Может, здесь где-нибудь? Это, второй Васильевич. Нынчик Васильевич. Вы мне не ключ, не скажете ключ, здесь не видели? Там еще возле входа полочка. Как бы от него избавиться-то только, а? Вот он бегает, он меня ищет прям. Ищет. Правильно, Васильевич. Такие, как я, всю жизнь ищу, ты же знаешь. Побежали, Васильевич, побежали. Не хочет он никуда бежать. Тогда разобьем тебе окно. А лучше 2. Иди проверяй. Увидел меня. Да отстань ты от меня уже. Чё ты ко мне прикопался, да? Нафига магнит? И я не открыл где-то... Да ё-моё. Вот это... Да вон ту штуку, вон ту тумбочку я еще не открыл, не посмотрел. Я не удивлюсь, если я где-то что-то пропустил. Ну вот кубик-рубик, например. Кубик-рубик, весело живем. Кубик-рубик, весело поем. Василич, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дай гляну. Нет, здесь нету. А где есть? Где-то, может быть, черный ключ есть. А где? Где взять-то все это? Где это все взять? Я не знаю. А может быть, у него в машине он лежит? А где-то есть ключик от машины, например? Вот, есть мусорка. Это замечательно, когда мусорка есть. Ну нет, здесь... В почтовом ящике? Нет, нету почтовом ящике. Уйти я тоже никуда не могу. Могилы здесь как-то не вижу. Только есть вот этот домик. Ну, он подозрительный домик какой-то. Мне кажется, здесь внутри что-то есть. Только что? Ну, в этой комнате был этот один ключ. Вообще, нафига я с собой все таскаю? Вот это может здесь оставить. Мне кажется, он мне как-то особо больше и не пригодится. Да откуда ты меня видишь-то постоянно? А, Василич, как ты меня видишь-то? У тебя что, глаза где? Где у тебя глаза? Опа! Я вот в этой комнате не был. Так, гитара. Xbox. Это все, конечно, замечательно, Василич. Ключ бы хотелось бы. Ключ, дай ключ. И где, а где, где искать-то? Где? Где? Я не понимаю. Я, может быть, непонятливый немножечко. Или еще что-то. Я... Что-то, может быть, делаю не так. Убежал Васильич. Отстань! Отстань, кому говорю! Ключ нужен! Нужен ключ, Васильич! Васильич искать! Васильич глушить! Васильич бежать! Нифига себе, как ты умеешь! Ты что, Васильич Шрёдингера, что ли, или что? Так. Да че за потва-то, а? Он не бегал бы по дому, было бы попроще. Да, Василич, не бегай по дому. Да, я нормально пойду, прогуляюсь, все найду. Может, что-нибудь откуда-нибудь вытащить, типа, и так далее. Ага, побежали, побежали. В этой комнате был, и эта комната с
вороной? Я уже был во всех комнатах. Ну, почему-то ключа нету. Может быть, у меня в доме ключ лежит? Так, не берется, да, значит? Где ключ? Давай, 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 сознавайся, сознавайся, где ключ. Я не могу понять, где ключ. Потому что слепошарый Алексей, видимо, в деле, как обычно. Хоть в деле, хоть в еле, хоть в сосне. Так. Здесь нет ключа. Может, он где-нибудь как-нибудь лежит, тут затаренный. Василич, я похож на какого-нибудь хранителя? Хранитель разума. Че, ты похож? А вот смотри, ты похож. Смотри, вил, как я кинул. Красиво, да? Тебе понравилось? На, Василий Стучик, ты старенький, посиди, сядь, посиди. У тебя нормально все? У тебя что, такой страшный? Василич, ты дурачок, что ли, или что? Ты чем стоишь? Нет? Ну, что-то по тебе не видно. Что я с лопатой бегу? Оставлю здесь лопату. Я не знаю, что с ней делать. А так хоть побольше вещей вынесу. Побежали, Василич, побежали. Нафига я бегу в обход? Уже сейчас прям меня настигли. Так. Опа, раз, прыжечка. Залетаем, залетаем. Меня вот эта комната смущает. Я здесь даже толком ничего и не смотрел. Ха! Василич, бой подушками, бою. Ха! Уходи, Василич, уходи, у меня подушка. Не хочу грех на душу брать. Я тебе говорю, у меня подушка есть. Там второй ноет. Да как с вами разобраться-то тут со всеми, а? Может, что-то откуда-то притянуть нужно? Да там нет нифига. Блин, настиг меня. Где? Где мне взять этот ключ? Я не понимаю. Я еще мало, и так мало что в этой жизни понимаю. Тем более с ключом я вообще ничего не понимаю. Буду потихонечку все выносить. Рано или поздно мне ключ попадется. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну, по-любому, если есть ключ, то я его найду. Может быть, на... Подожди. Магнит мне не нужно выкидывать. Магнит мне может пригодиться. Магнит всему голова. Всегда с собой таскайте магнит. Мало ли. Мало ли что может произойти. Может вы гвозди просыпите в гречку и вам проще их достать будет. Вот, вот. Всегда может магнит. Конечно, каждый день же гвозди в гречку просыпаем, в крупы там всякие и так далее. Это актуально, между прочим. Но я сомневаюсь, что здесь может быть еще что-то. Я в домике. Нет, ты не в домике, да? Ну ладно, ладно, ладно. Хорошо, Василич, хорошо. Ты меня уговорил. Уговорил меня? Да где же этот ключ-то, а? Так и будем с тобой друг на друга смотреть. И он убежал. Василич убежал, обещал вернуться. Может, в столе? Нет, в столе нет нифига. Вообще нигде нифига нет. Один только Василич есть везде. Я ему, видимо, уже надоел. Он говорит, что это, говорит, за чувак? Он постоянно, говорит, ко мне в дом, говорит, ломится зачем-то. То ли, говорит, своровать у меня что-то хочет, то ли что, говорит. Говорит, понятия не имею, говорит. Может быть, говорит, соленья с подвала хочет достать. Он, говорит, ко мне каждый раз заходит, начинает все шкафы открывать, что-то ищет. Зачем-то заходит, ключи открывает мои, говорит, комнаты. Я, говорит, обычный старый мужичок. Я просто живу здесь, не тужу. Мяч баскетбольный. Надо Василича отвлечь. Василич, у тебя окно разбили. Ой, тут шпана бегает. Уже, ох, как она надоела-то, а? Что, дойти не успел, что ли, или что? Все, Василич, иди сюда. Сюда, поближе, поближе.
Коробка, она мягкая, не волнуйся. Мозг не пострадает. Как может пострадать то, чего нету? Ну, по крайней мере, у меня. У тебя-то он, может быть, и есть, у меня его явно нету. У меня его отсутствие. Ну, ну вот, смотрю эту комнату, допустим. А, тут пролезть можно было даже, да? Неплохо. Василич! Где искать? Где просто брать и искать? Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Василич тоже не понимает. Он поэтому такой злой. Может, он непонятливый. Не, он головой вперед откуда-то нарисовывается и нарисовывается. Не, скорее всего, возможно, ключик от машины где-то есть. Зачем-то магнит. А вот нафига магнит? Давай, Василич, давай, давай! Молодец! На тебе за это ящик. У тебя будет ящик свой. Может быть, в каких-то проходах что-то где-то. Он меня вообще просто моментально находит. Василич, просто скажи мне, пожалуйста, где мне взять этот ключ? Я главное, по дому даже не могу нормально прогуляться. Вот он стоит вечно здесь. Я максимум что могу? Что я могу максимум? Мало что я максимум могу. Пойдем. Пойдем томаты выращивать. Мне надоел-то, а? Причем находит меня еще моменталочка, прям моментально меня находит. Вот, говорит, пожалуйста, не хворайте. Да я и так не хвораю, Васильич. Когда это все закончится? Так. Ты, может, в другом месте где-то стоять будешь? Может, холодильник закрыть? Выходить будешь? Да, действительно, мне кажется, он за холодильника не может пройти. А я зачем-то бегаю с коробкой. Ну, такой вот я. Да-да-да, Василич, иди сюда. Иди сюда! Надоел ты мне уже. А, вон и что, да? Вон и что, Василич, да? Молодец, молодец. Как ты мне надоел, я тут все перелазил. Ответ-то был так близко. Нифига себе, ты на опережение сразу идешь, да? Вот это ты можешь. Вот это ты можешь, Василич. Вот тебе на мусор иди выкини лучше. Так, значит, где-то здесь что-то есть. Так, и где здесь ружье есть? Василич, уходи! Уходи, у меня два ружья. Два ружья. Я тебя застрелю нафиг. А, вон и ключик, да? А я ключик здесь нашел и в подвальчик тебе ушел. Ты, Василич, не грусти. Лучше медведей призови. Что я вообще пою, я не понимаю. Все, Василич, я ганста теперь, ты забыл? Хриплый гангстер. Все. Фух, наконец-то я куда-то забежал вниз. Теперь... Я узнаю тайну подвала Василича. Нормальный такой подвал, нифига здесь жить можно. Василич, может, я у тебя арендовать буду? Здесь можно тусу устраивать. Какие горячие здесь вечеринки-то будут, а? Все горит, все огонь, все горит, просто все огненное. Василич, ты не боишься вот так куча свечек, только у тебя обои здесь загореться могут? И у тебя уже, вот видишь, что-то горит здесь. Да, Василич. Блин, у меня и респиратора с собой нету. Вообще нифига нету. Здесь тоже, да, огонь? Мне кажется, меня куда-то заводят. Видимо, а может быть, это свечки в честь похорон? Моих, например, похорон. Я не знаю. В честь чего? Зачем? Почему? Для кого? А мне точно сюда? Ребята, вы меня немножко смущаете. Я что, голый, что ли? Да нет, я вроде одетый. А что вы тогда все стоите, на меня смотрите?
Так, а где-то ключ, наверное, должен быть, да? Там кто-то ноет. Что-то слишком много Васильича для одного дома, я считаю. Слишком много Васильича для одного дома. А? Вот он и ключик. Нет, Джонни, иди первый, иди ты проверь. Что, не хочешь? Я говорю, иди ты проверь. И куда ты улетел? Ребят, я вас отправляю туда, в лучший мир. Все, все вперед, в лучший мир, там тусите. Там замечательно. Мне кажется, вам там понравится. Все. Ой, извини. Тебя чуть без друзей не отправил. Все, ты тоже туда. И это. На, ключ Саньку передашь. А, то есть даже так? А, даже так, да? Ну все, ребят, вот так вот ошибка вылезла. Ладно, ребят, был вот такой вот мод, которым я фиг знает сколько я искал этот ключ. Вот такие вот дела. Ребят, не забываем подписаться на канал. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем отличного настроения, всем удачи. И колокольчик нажмите, и лайк прожмите. Ну что, что, как нелюди? Да ну досмотрели ж ролик до конца. Ну порадуйте, порадуйте Леху хрипло. Леха хриплый не может жить без ваших лайков. Вот. Чем больше лайков, тем чаще видео. Все, давайте, ребят. Всем пока, увидимся. Не знаю, что еще хотел сказать. Осталось, по-моему, буквально пару модов. Начинал проходить мод, по-моему, называется Secrets of Vasilich. Сразу видно, что мод от моего подписчика. Буквально я снял 2 минуты, и там подходишь к забору, и просто начинается бесконечная катсцена. Автор мода, если ты это слышишь, то, я не знаю, это как-то поправь это, что ли, дело. Ну, это не дело, потому что... То есть, меня сначала смутило, что на моде было написано, что нужно проходить обязательно превью мод-режиме, не в стендалон. А потом вишенкой на торте, то есть начинается бесконечная катсцена. Я, то есть, подхожу просто к забору, и там просто выходит на Васильич, уходит на улицу, и все, и ничего больше не происходит. Я и в стендалоне, и в обычном попробовал, и как-то вот так вот все. Все, ладно, ребят, давайте, давайте это, увидимся. Как всегда был я, Леха Смертник. Подпишись, главное, подпишись. Ох, как мне надо подписаться.